Сегодня 26 июня 2015 год. Я с братом Алексеем нахожусь в аэропорту. Аэропорт города Барнаула. Встречаем наших сестер из Франции и из Германии, Жанну и Валентину. Ну, самолет еще не приземлился, да? 5.05 должен. Из Москвы они прилетают. В Москве была пересадка. Вот как он называется? Зал ожидания, да? Здесь объявляют, может быть, посадку. Сколько народу? Слава Богу, все. Ночевал я у Алексея, брата. Так, сестер встретил Витя, Жанну, Валентину. Здравия все, бодрые, веселые, настроение хорошее. Народ вроде разошелся. Все, слава Богу, все очень удачно. 26 июня 2015 год. Я, Савченко Виктор, с братом Алексеем, Загуляевым, встретили наших сестер. Вот одну нашу голубицу везем, и Анну. Вот посветлее, да, будет, спаси Христос. Вот, но сестра, как перелет был? Слава Христу, да? И даже, оказывается, Федеральную миграционную службу не надо, потому что по белорусским документам вот заехала она, слава Богу. Так если Господь позволит, мы сегодня и на костер попадем. С картошкой печеной, с русской и с песнопениями духовными. Воспевая в сердцах наших Господа. Спаси Христос тебя, брат. Теперь отдохнуть бы тебе и на работу вовремя. То встал, раньше меня встал. Уже без пяти. Но я просыпался где-то в часа два, думаю, не проспали ли. Оно всегда так напряженно бывает. Не проспали ли, смотрю на часы, нет. Так, ну как пребывание в России? Первое интервью. Я еще не реализую, что я в России. Даже непонятно, да, что в России? С Белоруссией сильно похоже? Ну, похоже. С Францией это отличие существенное, я думаю. Беларусь похоже, чем. Едем сейчас к Третьяковым. Юля принимает гостя и Анну. А за Валентиной приедут родственники, здесь в Барнауле родственники. Ну вот к 6 часам подъедут. Слава Богу за все. Аллилуйя.